Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Едва не закончилась трагедия ДТП на перекрестке улицы Свердлова и Октябрьского проспекта. Там водитель Volkswagen Jetta не уступил дорогу мотоциклисту. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. По словам водителя Volkswagen Jetta Кирилла, он ехал по улице Свердлова в направлении площади Лепси. На пересечении с Октябрьским проспектом он начал тормозить, чтобы пропустить транспорт. Прямо ехал, начинаю уступать дорогу. Он показывает левый поворот, я вижу, останавливаюсь, он начинает поворачивать налево. И у него, видимо, мотоцикл кренится, не знаю, и он падает с него. И я вижу, что он упал с мотоцикла. Подбегаю к нему, но он в мою машину не врезался. После падения повредился корпус мотоцикла, а также другие детали. К счастью, сам водитель байка Игорь остался жив. Он успел вовремя соскочить с мотоцикла. Сами-то не пострадали? Ну, немножко. Что у вас? Ноги. Ноги? Так, шлем помог, да? Шлем, экипировка помогают. Помогают, да? Все мотоциклисты, одевайте экипировку. Поддержать Игоря приехали его друзья. Они были недовольны водителем Джетты. Куда ехал он, я не знаю. И получилось так, что у него предоставило преимущество. По информации ГИБДД, на водителя Джетты составили протокол за нарушение правил проезда перекрестков. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись три автомобиля. Водитель BMW врезался в Mitsubishi Lancer, а тот, в свою очередь, задел Ниву. Да, машина там развернулась, все остановились. Нет, не развернулась, он устоял. Устоял? Да, он устоял, мы стояли, а там сзади нам бам-бам. А вы на какой машине ехали? Нива. Нива, а вы? Я вот на BMW ехал. Да. А кто первый это въехал? Вы сначала въехали, а да, потом... я въехал сюда. Все резко остановились. А потом уже последовательно? Все в тормоза. Ага. Я смотрю, остановился. Я в тормоза даю. У меня колеса заблокировались. По информации ГИБДД, в этой аварии никто не пострадал. Иномаркам предстоит дорогостоящий ремонт. В Нововятске участниками ДТП стали два автомобиля – Hyundai Solaris и малолитражка Deo Matiz. По словам водителя седана Алексея, он ехал в сторону Кирово-Чепецка. Кто виноват? Вот водитель. А откуда он выезжал? Он поворачивал сюда налево, на объезду. Не уступил дорогу? Видели регистратор? Видели регистратор? Нету. Нету? Быстро ехали? Да не быстро ехал, он повернул. Так вас как-то так развернуло-то? Так я уходил немножко за столкновение. Если верить водителю Deo Валерию, его смутил сигнал поворота водителя Hyundai. Показал сигнал, мне показалось, направо сворачиваю. Да. Вину свою признаете? Ну, наполовину. Наполовину. В этой аварии также обошлось без пострадавших. Серьезные повреждения получил белый седан. У него разбитая передняя часть. Также в машине сработали подушки безопасности. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.